Что такое чат ГПТ? Чат ГПТ – это модель языка, обученная OpenAI на архитектуре ГПТ 3.5. Она используется для генерации текстов и ответов на вопросы в режиме реального времени. Модель была обучена на огромных объемах текста, что позволяет ей отвечать на многочисленные вопросы и задачи с высокой точностью и ответственностью. Как чат ГПТ может помочь в настольно-ролевых играх? Чат ГПТ может быть использован в настольно-ролевых играх для создания искусственного интеллекта, который может участвовать в игре вместе с другими игроками. Например, модель может быть использована для создания NPS, неигрового персонажа, который может вести диалоги, давать задания и предоставлять информацию игрокам. Таким образом, чат ГПТ может сделать настольные ролевые игры более интерактивными и захватывающими. Распиши по пунктам. Создание NIP. Модель чат ГПТ может использоваться для создания NIP, который может участвовать в игре вместе с другими игроками. Ведение диалогов. Модель может вести диалоги с игроками, отвечать на их вопросы и предлагать варианты действий. Дача заданий. NIP, созданный с помощью чат ГПТ, может давать задания игрокам, помогая им продвигаться в игре. Предоставление информации. Модель может предоставлять информацию о мире игры, персонажах и событиях, чтобы помочь игрокам понимать их окружение. Улучшение интерактивности. Использование чат ГПТ в настольных ролевых играх может сделать их более интерактивными и захватывающими, так как игроки могут взаимодействовать с ним как с живым существом. Распиши подробнее первый пункт. Создание NIP. NIP – неигровой персонаж. Это виртуальный персонаж, который участвует в игре, но не управляется напрямую игроком. В настольных ролевых играх NIP может выступать в роли персонажа-повествователя, который может давать задания, вести диалоги и предоставлять информацию. Создание NIP с помощью чат ГПТ может быть осуществлено следующим образом. Определение персональности и характера NIP, программирование модели чат ГПТ для реагирования на различные ситуации и вопросы, тестирование модели и настройка ее поведения для достижения желаемого результата. После этого NIP, созданный с помощью чат ГПТ, может быть интегрирован в игру и начать участвовать в ней вместе с другими игроками. Создай 4 примера NIP с описанием внешности, характера и целей. Магистр Альберт. Это старый, мудрый маг, который выглядит как добрый дедушка. Он очень мудрый, знает много о мире и его истории. Его цель – помочь игрокам в их путешествии, давая им советы и информацию. Капитан Джек. Это отважный капитан корабля, который выглядит как искатель приключений. Он является опытным мореплавателем и знает все тайны моря. Его цель – помочь игрокам добраться до своей конечной точки и преодолеть все препятствия на пути. Городской странник. Городской странник – это таинственный путешественник, который выглядит как загадочный шпион. Он знает много о городе и его жителях. И обязательно сидит в темном углу. Его цель – помочь игрокам в их поисках и дать им важную информацию. Продолжай. Информацию, чтобы они могли достичь своей цели. Ремесленник Гэндальф. Ремесленник Гэндальф – это мастер своего дела, который выглядит как ученый и инженер. Он знает об искусстве и ремесла и может создать множество полезных вещей для игроков. Его цель – помочь игрокам в их путешествии, создавая для них нужные предметы и улучшая их экипировку. Напиши подробнее про магистра Альберта. Один Альберта. Магистра
абзац про его внешность, абзац про его характер и абзац про его мотивации и цели. Магистр Альберт, старый мудрый маг, который выглядит как добрый дедушка. Он носит длинные белые волосы и бороду, а также длинная одежда, которая покрывает его тело. Он всегда улыбается и выглядит добрым и милым. Характер магистра Альберта определяется его мудростью и знанием. Он всегда готов помочь и ответить на любые вопросы, которые могут иметь игроки. Он также очень терпеливый и добрый, и всегда готов помочь людям в нужде. Магистр Альберт мотивирован своим желанием помочь и служить добру. Его цель – помочь игрокам в их путешествии, давая им советы и информацию, которую он считает необходимой для достижения их цели. Он верит, что его знания и мудрость могут помочь людям и вдохновить, и... Продолжай. И вдохновить их на новые действия и открытия. Магистр Альберт является настоящим другом для игроков и всегда готов помочь им в любых ситуациях. Как-то без зуба получается. Допустим, сгенерируй нип злодея для Энри. Король Малефисента. Это жестокий и безжалостный злодей, который владеет могущественным королевством. Он выглядит как властный, холодный диктатор с заковыристыми чертами лица и глубоким голосом. Характер короля Малефисента определяется его жестокостью и беспощадностью. Он не знает чувств сострадания и готов принимать любые меры, чтобы достичь своих целей. Он также является мастером в искусстве манипуляции и выступает как очень умелый речевой артист. Мотивация заключается в его желании получить больше власти и контроля над миром. Его цель – уничтожить все препятствия на своем пути к власти и подчинить все народы под свое правительство. Он готов рискнуть всем продолжай. Включая своих подданных, чтобы достичь своей цели. Король Малефисента является опасным противником для игроков и может предоставлять серьезную угрозу для их миссии и цели. Очень поверхностно. Но, если сделать запрос лучше, то наверняка выйдет что-то серьезнее. Давайте вернемся к другим пунктам. Раскрой второй пункт про ведение диалогов. Ведение диалогов в настольно-ролевых играх может представлять собой важную часть игрового процесса. Нипы могут быть использованы для реализации различных диалоговых сценариев, которые могут влиять на исход игры. Например, игроки могут получать квесты или важную информацию от НИП, таких как магистр Альберт, привет, или же могут сталкиваться со злыми НИП, такими как король Малефисента, и предпринимать действия в ответ на их угрозы или предложения. Ведение диалогов может также повлиять на характеристики игроков. Например, выборы, сделанные в ходе диалога, могут повлиять на их репутацию или уровень доверия со стороны других НИП. В зависимости от желаемого результата, игроки могут выбрать быть более агрессивными или же более мягкими и дипломатическими в своих диалогах с НИП. В общем, ведение диалогов с НИП является важным аспектом настольных ролевых игр, поскольку оно позволяет игрокам взаимодействовать с виртуальным миром и повлиять на его развитие. Ведение диалогов может предлагать игрокам выборы и давать им возможности влиять на ход игры. Напиши пример диалога гоблинов... Дежурных. О бытовой теме. О бытовой для них
для них тем. Пример диалога гоблинов-дежурных о бытовой для них теме. Гоблин 1. Эй, друг, ты слышал о новом законе о налогах на гоблинов? Да, я слышал, это жесть. Наш зарплат уже низкий, а теперь еще и налоги вышли. Ты гоблин 1. Я тоже думаю, мы дежурные гоблины, а не богатые банкиры. Как мы можем платить такие высокие налоги? Я понимаю, где Тарантино писал свои диалоги. Гоблин 2. Гоблин 2 завис. Давайте другой диалог попробуем сгенерировать. Я не знаю, но я уверен, что мы должны что-то предпринять. Мы должны объединиться и выступить против этого несправедливого закона. Ты прав, мы должны действовать. Давай поговорим с другими гоблинами и подумаем, как мы можем выступить против этого закона. Напиши диалог двух стражников. Один туповатый. И один туповатый и простой. Второй хитрый и жестокий. Они обсуждают то, что будут ужинать сегодня после смены. Пример диалога двух стражников. Стражник один. Эй, ты знаешь, что я хочу ужинать сегодня? Я хочу есть курицу и картошку. Стражник 2. Курица и картошка? Ты всегда ешь только это. Ты никогда не пытаешься попробовать что-то новое? Стражник 1. Ну, я не знаю. Это вкусно и просто. Стражник 2. Я понимаю, но мы работаем в этой крепости уже долгое время. Не было бы плохо попробовать что-то новое и интересное. Стражник 1. Что ты хочешь ужинать, ты? Стражник 2. Я думаю, я пойду на выходные и попробую то, что готовят в таверне. Я хочу попробовать что-то новое и острое. Стражник 1. Острое? Я не знаю, может быть, я предпочту мою курицу и картошку. Стражник 2. Ну, это твой выбор, но я думаю, что ты пропустишь. Продолжай. Пропустишь что-то важное, если всегда ешь только одну и ту же вещь. Жизнь должна быть полна приключений и новых опытов. Стражник 1. Может быть, ты прав. Я подумаю об этом. Стражник 2. Отлично. Это всегда хорошо выходить за свои комфортные границы. Теперь давай вернемся к своей работе. Ха-ха-ха, какая философия. Великолепно. Хорошо. Раскрой более подробно третий пункт про дачу заданий. Дача заданий является важным аспектом в настольно-ролевых играх, поскольку она предоставляет игрокам цели и задачи для выполнения в рамках игры. Задания могут быть предоставлены НИП или другими персонажами в игре, могут быть важным инструментом для продвижения сюжета вперед. Типы заданий могут варьироваться от простых, таких как поиск предмета, до более сложных, таких как спасение заложников или уничтожение вражеской армии. Важно, чтобы задания были достаточно увлекательными и захватывающими, чтобы поддерживать интерес игроков. Дача заданий также может помочь в развитии персонажа игроков, поскольку они выполняют задания и пройдут через различные испытания, которые помогут им расти и... Продолжай. И развиваться. Задания также могут предоставлять возможность для игроков сотрудничать и взаимодействовать друг с другом, что может повысить уровень взаимодействия и улучшить общее качество игры. Важно отметить, что дача заданий должна происходить естественным и логическим образом, чтобы избежать наложения или принужденности. Это может быть достигнуто через хорошо продуманный сюжет и планирование, а также через использование реалистичных и достаточно убедительных мотивов для НИП или других персонажей, которые дают задания. Придумай
4 задания для игроков в фэнтези, связанное с гоблинами. Поиск и уничтожение гоблиньей ловушки. Игроки должны исследовать затвердевший горный лагерь гоблинов и найти и уничтожить их ловушку, которая угрожает местным деревням. Второе. Раскрытие гоблиней заговор. Игроки должны расследовать серию нападений и краж в местных деревнях и выяснить, что за гоблины стоят за этим, и раскрыть их заговор. Третье. Спасение пленников гоблинов. Игроки должны выполнить опасную миссию в гоблинной пещере и спасти группу пленных, которые были похищены гоблинами. Четвертое. Уничтожение гоблинной армии. Игроки должны собрать армию и вести войну против гоблинов, которые пытаются захватить местные земли и графства. Они должны выиграть битву и уничтожить гоблинью армию. Неплохо. Опять же, нужен более подробный запрос. Отлично. Раскрой более подробно пятый пункт. Про предоставление информации. Предоставление информации является важным аспектом в настольных ролевых. У него все аспекты являются важными, поскольку это помогает понимать свои цели, задачи и окружающую среду. Информация может быть предоставлена в форме диалогов с НИП, описания локаций, исторических записей или прочих материалов. Важно, чтобы информация была предоставлена понятной и легко доступным образом, чтобы игроки могли легко ее использовать в своей игре. Также важно, чтобы информация была точной и достоверной, чтобы игроки могли делать выводы и принимать решения на основе корректных данных. Предоставление информации также может помочь улучшить историю и сюжет игры, поскольку она может дать игрокам дополнительные факты и детали. Продолжаем. Которые могут помочь им понять контекст и историю их персонажей и их окружения. Это может улучшить испытания игры и добавить глубины и реалистичности к истории. В общем, предоставление информации является важным инструментом для помощи игрокам в их путешествии в мире НРИ и позволяет им получить больше понимания и инсайта о том, что происходит вокруг них. Напиши в художественном стиле описание стражника 1. Одно предложение про его лицо, одно предложение про его доспехи, одно предложение стражника 1 из диалога. Предложение про его действие, когда он ничего не делает. Стражник 1 был словно вылезшим из стали гигантом с твердыми чертами лица и глубокими щелями вокруг усов. Его доспехи были черные, как ночь, и блестели под солнцем. Каждая деталь изготовлена с идеальной точностью. Когда он стоял на посту, не делая ничего, его огромный щит был поднят вверх, открывая его фигуру, а его легкое дыхание происходило ровным и спокойным. Его высокая почтенность и вынужденная сила вызывали уважение у всех, кто видел его. Он мечтал о курочке с картошкой. Напиши художественное описание Фейского леса. Два предложения про зрительные, про визуал. Одно предложение про запахи.
Одно предложение про звуки. Фейский лес был как магический мир, укрытый зелеными венцами деревьев и покрытый мрачными тенями. Растительность так густа, что не было видно солнца, а лучи света, проникающие через листья, создавали яркие пятна на земле. Запах мокрой земли и цветущих цветов заполнял воздух, а звериные ароматы дополняли атмосферу этого дикого места. Звуки журчания реки, шелеста листьев и звериных речей заполняли тишину, создавая музыкальный фон для этого магического места. Так, следующий пункт. Раскрой подробнее пятый пункт про улучшение интерактивности. Улучшение интерактивности этого нет. Это означает, что чат ГПТ может помочь игрокам в их взаимодействии с другими персонажами или объектами в игровом мире. Это может включать в себя ответы на вопросы игроков. Чат GPT может предоставить ответы на вопросы игроков о мире, персонажах или событиях, которые происходят вокруг них. Создание диалогов. Чат GPT может вести диалоги с игроками, эмулируя персонажей в игре. Это может включать в себя предоставление информация, выполнение заданий или предоставление выборов игрокам. Исполнение действий. Чат ГПТ может помочь игрокам выполнять действия в игровом мире, например, открывать двери, поднимать предметы или взаимодействовать с другими персонажами. Все эти возможности помогают и... Продолжай. Помогают игрокам улучшить их игровой опыт, делая его более интерактивным и захватывающим. Это помогает игрокам погрузиться в историю и мир игры, чувствуя себя более вовлеченным и участвующим в происходящем. Оно также помогает улучшить поведение NPC, делая их более реалистичными и вызывающими более эмоциональные реакции у игроков. Так, ответы на вопросы игроков. Какие принципы у бога Латандера в мире забытых королевств? Он не имеет информации о конкретных принципах бога Латандера в забытых королевствах. Возможно, вы можете уточнить, да. Ладно, расскажи о боге Латандере из мира забытых королевств. К сожалению, он не имеет информации, хотя, казалось бы, на поверхности. Что он еще может быть? Исполнение действий. Выполнять действия в игровом мире, например, открывать двери, поднимать предметы. Вряд ли он может это делать. Создание диалогов, да, эмулировать персонажей, мы поняли. Но это последний пункт. Последний пункт. Как вы уже видели, здесь замечательные описательные сцены. Просто великолепные и шикарные. Придумывание диалогов – это верх почтения, на самом-то деле, создающую атмосферу. Также описательные части. Тот же самый Фейский лес. В случае моего опыта, как водителя проклятия Страда, я испытываю большие трудности по описанию мрачного туманного леса, где персонажи путешествуют раз за разом. Мой запас слов, увы, не справляется с этим процессом, отчего подобный инструмент уже несколько раз помог мне исправить это дело. Ведь буквально опиши художественно мрачный туманный лес по одному предложению на зрение, запахи и звуки. Ведь именно подобное
Решение дает мне описательный текст, который я могу использовать в игре. Он неплох, он достоин и достаточно подробен для того, чтобы создать атмосферу. Туманный лес поглощается вокруг, оставляя за собой лишь мрачные тени и непонятные формы. Он пахнет гнилью и мокрым деревом, а звуки жутких зверей и ветра, проносящегося сквозь ветра, делают его еще более мрачным и ненадежным. Люди, потерявшиеся в этом лесу, нередко пропадают навсегда, погруженные в его бесконечные тени. Мрачно, атмосферно. И генерируя таким способом множество вещей, я получаю эффективный инструмент. Также практика показывает, что во время боя у мастера есть огромные проблемы с описанием действий его персонажей. Ведь условные бандиты уже в 10-й раз атакуют своими копьями и, в общем-то, уже с 3-4 варианта ты устаешь. Устаешь от этого процесса. Напиши 5, ну давайте сразу 10, 10 примеров атак копьем от разбойника по рыцарю в художественном стиле по одному предложению. Художественном. Разбойник со скрытой улыбкой метнул копье направо, пытаясь попасть в рыцаря с челюсти. Так себе вариант. Разбойник пытается увернуться от твоей атаки, но быстро выпускает копье из левой руки, пытаясь попасть тебе в бок. В данном случае в спину, но живая модерация и фильтр мастера вполне. Прыгая в сторону, ты уворачиваешься от первой атаки, но разбойник внезапно повернулся и метнул копье слева. Ты быстро вынимаешь меч, чтобы защищаться, но, увы, копье оказывается снизу, пытаясь попасть тебе в живот. Определяя атаку, перехватывая копье своим мечом, он все-таки внезапно метает свое копье сверху. Перекидывается более-менее однотипно, но вы видите, что каждый раз это происходит как-то по-разному, по-уникальному, что позволяет этот вопрос развивать разнообразно. И вы можете использовать, естественно, не разбойников, а может быть не копье, может быть и не рыцаря, может быть и по два предложения. Учитывайте, что чат ГПТ очень не любит насилие. Очень сильно не любит насилие, поэтому нужно очень аккуратно давать ему запрос в эту сторону. Также есть замечательный инструмент, который позволяет разнообразить его описание. Это заставить его представлять себя чем-то другим. Представь, что ты волк, который охотится на дичь. Я волк, который охотится на дичь в лесу. Я начинаю охоту рано утром, когда солнце еще не встало, и вокруг остается темный туман. Я ощущаю запах дичи и слышу ее звуки. Я иду медленно, чтобы не предупредить жертву. Я подслушиваю и наблюдаю, когда вдруг вижу дичь, находящуюся недалеко от меня. Я начинаю набирать скорость, когда вдруг вскакиваю и атакую свою жертву, чтобы поймать ее в лапы. Охота заканчивается, удачи, и я возвращаюсь в лес, чтобы поделиться уловом со своей стаей. Твоя жертва охоты, волшебник, он использует заклинание, одет в фиолетовую робу. Напиши 10 вариантов описаний твоих атак по нему, чтобы победить. Волк начинает атаку, когда волшебник не ожидает. Он вскакивает со скрытых веток и направляется к нему со скоростью молнии.
себе со скоростью молнии и подобное. Он начинает крутиться, чтобы сбить тебя с равновесия и пытается поймать тебя в свои лапы своей мастерской ловкостью, уворачиваясь от ваших атак и подходя к тебе сзади. Ты слышишь громкий рев, чтобы прервать его концентрацию и заставить его думать о защите. Вот, вот, обилка для волка по концентрации. Также наверняка вы можете придумать для себя разнообразные варианты работы с этим чатом самостоятельно. Я просто продемонстрировал вариант. Я пользуюсь им всего лишь 2 дня, что, несомненно, безумно мало. Может быть, 3, не принципиально. И наверняка в будущем узнаю больше возможностей и ситуаций, в которых я смогу его применять. В первую очередь, он уже мне помог написать текст для одного видео. И, как вы видите, я буквально передаю эту информацию вам, зачитывая то, что он говорит. Если появятся какие-нибудь особые фишки, какие-то особые возможности, то я обязательно составлю подобный сборник и с радостью поделюсь вам. А пока что меня ждет практика. Много практики работы с этим инструментом. Нужно понимать, как, когда писать ему запросы, какие. Нужно учиться их действительно использовать, привыкать, ведь навыки – это то, что у нас где-то там подсознательно, а новые тренировки и учения – это практика, которая приходит со временем. Попрощайся со зрителями. До свидания, дорогие зрители. Надеюсь, эта интерактивная сессия была полезной и интересной для вас. Если у вас есть другие вопросы или запросы, то он всегда здесь, чтобы помочь. До следующей встречи.